Владимир Высоцкий, это мы отлично знаем все, да? Но оказывается, Борис Гребенщиков сказал, не было бы Акуджавы, не было бы меня. А на сцену уже вышла Настя Романова из Калуги. И я хочу напомнить вам, что эти песни мы все поем. И Акуджава создал такой вот странный, казалось бы, парадокс. То есть его песни — это монологи, а в то же время их все поют хором. И это ничему не противоречит. Я хочу вам сказать, если вам захочется подпеть кому-нибудь, не сдерживайте себя. Итак, Настя. Давайте восклицать друг друга, восхищаться заговорных слов. И стоит опасаться, давайте говорить друг другу комплименты. Ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, но вместе, то вовремя, а то попеременно. Не надо придавать значения злословью, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, что ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая. Настя Романова, клуб «Надежда», город Калуга. Мы их еще услышим сегодня. Роман Чекалов из города Обнинска.